Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте сегодня вместе приготовим вот такие вкусные, нежные творожные кексы. Готовятся они достаточно просто и быстро, а с чаем сметаются просто за несколько минут. Итак, в миску высыпаю творог. У меня 18% жирности, 275 грамм. 60 грамм сахара добавляю, щепотку соли. Можете также добавить пакетик ванилина по вкусу. Также сюда добавляю 60 грамм сметаны. Все граммовки, как всегда, будут в описании под этим видео. Все хорошенько теперь перемешиваю силиконовой лопаткой. Перед этим еще добавляю 2 яйца. Яйца заранее достала из холодильника, чтобы они не были сильно холодные. Перемешиваю все силиконовой лопаткой, затем вилкой разминаю творог и затем уже с помощью миксера довожу всю смесь до однородности. Не делаю сильно нежную такую смесь, стараюсь оставлять грудочки творога. Мне кажется, так вкуснее. И в конце добавляю 30 грамм манной крупы и пол чайной ложки разрыхлителя. Все хорошенько опять перемешиваю. Духовку уже поставила разогреваться на 180 градусов. Выкладываю в такие формочки тесто и отправляю в духовку. Выпекались они у меня ровно 30 минут. Кексы готовы. Приятного аппетита. Надеюсь, рецепт вам понравился. Спасибо, что готовите вместе с